Эй, привет, привет всем, ребята! Привет, сегодня у нас очередной вечер, наша, ваша долгожданная мукбанг-терапия с Викторией. И Александром, и наша мукбанг-терапия. И наша мукбанг-терапия, потому что мы сами себя тоже успокаиваем, потому что у нас тут много нервов, много всяких вещей, много всего-всего происходит. Да. Викуля, рассказывай, что на столе, а я буду потихоньку накладывать. Нашла макарошки, мелкие такие, взяла микс, рожки и маленькие такие, как эти, как раньше в детских садиках были вот эти гаечки. Салат, огурчик, помидорчик и русский майонез. Там это все, да. Да. Вот. Домашний чеснок и курочка, запеченная с котлетками. И котлетки с яблочком. Все. Курочка, как тебе положить салатик? Потом положим. Так. Не хочу мне. Все. Ну что, поехали, ребят. Голодные, добрые и злые. Окей. Давно с вами не виделись, не хотим надолго разлучаться. Да, мы что-то уже запоздали с нашими мукбангами. Да. Тут у нас происходит воспитательный процесс нашего ребенка, поэтому приходится делать перерывы. Курочка. Просто спокойно поедим, да? Угу. Я совсем не спала. С удовольствием. Курочка пропеклась. Держи. Вот, не забывайте, кто новенький на нашем канале, подписывайтесь. Мы семья путешественников. Как это? Такой глубокий туризм. Не на недельку, а на несколько лет, да? Да, мы, так сказать, не ищем легких путей. Яблочко попалось печеное. Я люблю курочку, все так, в основном запекать с яблочком или с грушей. Хотелось бы пару слов сказать о моей хозяюшке, которая тут как может и скручивается. Семья большая, ремонт на кухне, раковина не работает, все тар-тарарам, дым коромыслом. Но мы не теряем, как это сказать, ощущение силы духа, правильно? Да, из нашей сноровки мукбанговской готовки. Ну-ка, отведу салатик. Сашенька попала вкусно, такое яблочко или что? Сашенька так утонченно салатик не резал. Да? Мы, ребята, до сих пор еще находимся в стадии изучения местного пивного фольклора. Мы скоро, конечно, возьмем маскезочку. Но пока мы еще не способны на это, нервы сдают. Да, хочется расслабиться. Молодой чеснок, это для меня большая невидаль была в Америке, а здесь он есть. И, кстати сказать, за окном сегодня был сумасшедший снегопад. 20 какой уже там, какое-то 20 какое-то апреля. Снегопад, погода плюс один, какой-то ужас. Все сокрушались, а я выхожу и радуюсь. Все думают, вот. Из дома никто не выходит. Ну как? Ну, дай мне укусить у тебя. Что-нибудь там. Как-то в плоскость моего рта поверните. Очень даже. Горяченькая, хорошо. Любишь, что у меня там плохое настроение. Ребят, у меня плохое настроение. Он как мужчина сосредоточен. Да, сегодня я целый день сочинял резюме на одно место. Позвонил, вроде как сказали, пришли, что там, как там. Посмотрим. Знаете, бывают люди, партнеры, даже мужья. Они как-то так поверхностно относятся к ситуации. И любые изменения им нипочем. Но если человек напряжен, сосредоточен, настроен, значит он пропускает все через себя. Значит, ему не все равно. Что происходит вообще с нами, с нашей семьей. И он переживает, как бы в новом, так сказать, environment'е защитить свою, так сказать, семью. Ну да. Я правильно сказал все? Более чем. Угу. За это стоит даже выпить. Ну-ка, давай. Опа-ля. С моей любимой чашки, кстати, еще. Тут какой-то баварский стакан попался.
Я что хотел сказать, что мы тут все мобилизовались, мы все тут носимся, так сказать. Давно у меня не было таких, как это, брейнштормов, всяких этих самых. Мозговых штурмов? Да. Ну, считайте, все с нуля. Моя супруга Виктория очень мне сильно помогает. Молчит, старается, кушать готовит. У нас большая сейчас семья. Ну, надеемся, что скоро мы, может, получим какое-то жилье. Ну, в смысле, мы его получим. Просто пока мы все это аджастаем, наладим, как бы не так все сразу. Вот, поэтому из-за этой неустроенности у нас пока такие вот мукбанги, ребята. Но мы не хотим пропадать из вашего виду. Даже много комментариев о том, что вы по нам скучаете. Почаще мы в банке. Ну, поэтому очень мы ценим эти комментарии, ребятушки. Вот. Хотел еще сказать, сейчас я прожую. У нас есть несколько искусных хейтеров. Я в основном не обращаю внимания, но вы можете заметить, что на один из хейтерских комментариев я всегда отвечаю. Саша иногда говорит, зачем, не надо. А мне вот как-то по кайфу немножко поинтерактировать с вами. Даже с хейтерами. Тем более сейчас, обращаюсь ко всем хейтерам, может, прекрасное время нас побарафинить, что у нас что-то не так, звук плохой, что мы там, как это сказать, брюжим, хандрим, еще что-то. Но. Ну, вы можете, конечно, писать. Макарошки очень классные. Да. Поэтому. И вообще, ребят, хотелось бы сказать спасибо за ваши живые, настоящие человеческие отклики, которые люди нам пишут. Желают счастья, желают нам удачи. Вам такого же. Удачи, счастья. Если что, пишите еще. Будем общаться. Не забывайте к нам на Телеграм заходить. Попробуй котлетку. Я как раз только котлеты ем. Потому что что-то мне котлетки вообще зашли. Курочка как-то. Курица и курица. А котлетка прям. Да? Угу. Котлетка очень хорошая была. Да, фирменная у нас. Семейная. А дочка? Я хочу знать, что еще салатика тебе положить? Или ты сама положишь? Да. А дочка не любит сочные котлетки мои. Она любит такие макдональдские, вот эти вот приплюснутые, сухие. Отменить? Ну, она потом поймет. Смотрите, какой у нас летний, можно сказать, салатик. Да. Чего не скажешь по погоде. Как говорится, попроси мужа сделать салат, он его и вкусно сделает. Ну, кстати, моя работа. Аккуратненько все. Намазал сметанкой, там чуть-чуть маслица. Все делать вкусно и на совесть. А у тебя есть там какой-нибудь зубчик чеснока мне в рот сунуть? Такой готовый уже. Нет, только грызть надо. Грызть? Ну давай, где мне укусить, скажи. Ну так. Ну давай. Выгрызть надо. А, вот еще есть, смотри. Молодой. Знаете, он молодой прям еще. Надо выгрызть. А, смотри какой. Ну давай вот это. Отлично, молодец. И мне. Тут даже шкурка, она съедобная. Мне очень нравится. Ай да хозяюшка, ай да умница. Все наши домочадцы убежали, сидят там за дверью, ждут, пока мы. Но не то, что там едят. Но мы едим. У них свой мукбанг. Не свой, а между собойчик такой, да? Слушай, рожочки такие прикольные. Я оторву тебе еще, хочешь? Он что-то убрала, не хочешь? Ешь, ешь, котлетки изумительные. Тает во рту. Тает во рту, а не в руках. Тут фарш по-другому звучит. Он какой-то рубленый, как на битке, знаешь. Да, рубленый. И с солком. Вы же понимаете, сейчас у нас мясорубка где-то лежит в мешке. Поэтому какой фарш купили, такой пожарили. Ну, хороший. Вообще, знаете, мы уже говорили о том, что здесь продукты. И по-другому у них другой вкус, и все такое другое. Да. Мясо какое-то.
особенно яйца с этими желтыми желтками. Я каждое утро, когда ем божественную яичницу на завтрак. Да, она совсем другая. Скажи. Я кладу в рот яйцо, прям. Как в детстве. Горяченькая яишенка. Ребят, за вас. Так и да. Ничего, скоро мы наладим, и звук будет другой. Да. Ну, это главное. Выдержать этот интеграционный момент. Мы не так часто сейчас выкладываем мукбанг, ребята, поэтому... Я тут под конец уже покажу свою тарелку. Ну, котлетки правда вкусные. Молодец, хозяюшка. Такая утруста. Дольца. И тебя поцелую. Всем врагам назло, которые говорят, вы там целуетесь. Нет. Да, наш поцелуй. Как хотим, так и целуемся. Да. Может быть, кто-то скажет, что у нас эмоции не там, не скачут, не блещут, Турец, не искрометные. Ребят, у нас все нормально. Мне снятся радужные сны впервые за много лет. Это главное. А у меня какие-то путешествия во сне. Просто я смотрю эти сны, думаю, господи, утром просыпаюсь, где я был? Да, у меня тоже, кстати. Автобусы, троллейбусы, самолеты. Самолеты? Угу. Ты еще куда-то летишь? Да, в Дубае летал. А, да? Угу. А в каком-то конкурсе красоты участвовал. Именно из этих Дубаев, наверное, у нас сейчас вот эта погода. Ну, да. Там вообще какой-то ужас. Они там что-то намудрили. С климатом наделали, да. Ну, боженька. Когда это в Дубае шел дождь? Дохнет немножко. Видит немножко. Ну, у меня еще Непкин. Непкинс. Что? Непкинс. Непкинс. Моя красавица. С удовольствием. Пожалуйста. Сегодня я к вам вышла, предстала пред вами в тельняшке Александра Юрьевича. Оцените, как у меня образ морячки. Видите, как она у меня, образ морячки, как она у меня стала такая красавица прямо. Ух. Ничего. И уже ей моя маечка, которая на меня стала, конечно, маленькой, он на нее уже впору. Ну да. На самом деле я скоро, уже сейчас уже вот-вот-вот. Что сейчас? Приходить, так сказать, в форму. Но я чувствую, что здесь я ем, не так поправляюсь, как в Америке. Я смотрю, я теряю килограммы, реально. Я теряю килограммы, даже кушая, даже пья пиво. Выпиваю. Пья. Пья. Так удобнее сказать. Ну вот. Ребят, ничего, наш скоро бредок и юмор выйдет на новый уровень, поэтому потерпите немножко, те, кто любит, когда мы шутим, что-то говорим. Ну что, в Америке ты съешь, допустим, яйцо, и ты уже разжиреешь. Ну что, как, получается? Уже почти. Ты уже почти готова? Может, салатик еще? Тебе положить? Тебе. Я ложечку возьму, да, хочу помидорку. Смотри, как мы даже по салату, давай я тебе положу. Да, мы сегодня как сильные мукбангеры, в тарелке почти все прикончили. Ну, тут котлетки, эту ножку мы оставим на потом. Да я что-то объелся уже. Сказать по секрету, я перед мукбангом, пока котлетки были горячие, Вика отвернулась, я парочку. Ага. И уже так... А нам нельзя, надо быть на мукбанге голодным, как я. Зритель все чувствует. Чувствительный ты мой. На самом деле, да, ребят, я уже где-то говорил. Крыжение, чеснок. Вот так. Угу. Молоденький. Что ты где-то говорил? Чтобы снять качественный мукбанг, нужно садиться за стол экстремально голодным. Как экскрема. В общем-то, это все близко. Как это? Как полопаешь, так и потопаешь. Даже с другим языком. Как покушаешь, так и... Послушаешь. Так и послушаешь.
Приятного всем аппетита. До речи. Кстати, у меня через неделю ровно начинается сессия в институте моем режиссерском. Я поздавала все работы, все съемки, которые я снимала. Наш режиссер будет. Которые я снимала и в Лос-Анджелесе. Я, кстати, скидывала в нашу группу Telegram мои наработочки. И снимала, и уже и тут монтировала, и сейчас. Ты расскажи, как у тебя приняли эту работу? Приняли. Сказали, very good, исторический про Голливуд, про Рузвельт Хотел, да? Да, работа была про первую церковь. Ну, нам задали сделать историческое событие какое-то снять, документальный фильм, коротенький. Вот, и я, ну, так как у нас в институте ничего длинного пока что, кроме дипломной работы, не предвидится. Я сняла про первую церемонию Оскара в жизни. Вот, мы пошли на те места с Сашей, поснимали про Рузвельт Отель, там про тут, Аллею Славы. А ты это поставила куда? На Телеграм поставила? Я скидывала в Телеграм, но оно сейчас у меня в закрытом доступе на нашем канале This is Life. Кому интересно, если пишите мне лично, я вам покажу, что я сняла. Да поставь на Телеграм что-то. Да? Ссылку кидай, ну, хорошо. Телеграм, подписывайтесь. Оценку ты уже получила. Да. Я считаю, шикарный фильм, маленький, легенький, нормальный фильм. Да, я получила за оба, и за пьесу, и за эту работу по пятерке. Это предмет работа режиссера с актером. Я там в театре как режиссер выступала, и работа режиссура просто. Похвалите Викторию Александровну, она самая главная пятерочница, она первая на курсе. На самом деле, ребят, это с этими всеми переездами, Америками, Шмамериками, трудностями, нетрудностями, это учеба, она меня как бы заставляет оставаться, заставляет оставаться как бы в себе. Когда я начинаю учиться, как не бы не сложно. Не в себе, а вообще в себе, в смысле оставаться в сознании, да? Она напоминает мне, who I am. Что ты еще живая. Да, кто я такая. Потому что в этих всех событиях можно немножко потеряться, а свое любимое дело всегда возвращает тебя в твою, так сказать, в твое истинное я. Ну да. Так что, ребята, поддержите Викторию лайком, напишите свой комментарий, что вы думаете по этому поводу. Еще полгодика, и у нас будет новоиспеченный кинорежиссер телевизионных и кино и сериала программ, да? Что я сказал такое? Жрущий режиссер. Ну. Кстати, кто-то там из каких-то монтажеров там мне ей поставил пятерку зачет, посмотрев наш блог, сказал, ребята, у вас все по монтажу, у вас все поклево. У нас был, да, предмет в прошлом году, на прошлой сессии. Монтаж. Он говорит, покажите ваш канал. Я показала, он поставил пятерку. Почему нет? То есть, скажем так, твои знания нам пригождаются для того, чтобы мы могли даже как-то вести наш канал. На самом деле она продюсер, отвечает за мой внешний вид, за мой внешний лук. Поэтому ты у меня такой красивый, столько женщин на тебя там ложат. Есть там, если им говорят, у тебя там мясорубка, а Саша кушает культурно. А я только тешусь такими комментариями, что значит мой выбор мужа верный. Я не сомневаюсь в этом, но вы еще раз мне это все подтверждаете. Котик, засушим дно. Нельзя это оставлять, гоняться будет. Я уже не могу. Ты говорили в детстве, гоняться будет. Нет, оно надо есть. А не так много будет гоняться, сколько раз мы с тобой не доедали. Ну, если просто ты хочешь доесть, я понял. Я понял, все, я был не нужен, остались в сердце, мрак и стужа. Нет. Как это? Плохая песня. Жить без тебя, страдая и любя, вернись ко мне, любовь моя. Какие-то стишки я писал в 13. Да. Ах ты мой стихулик. Ну давай, по глоточку. Ребята, This is Life, мы с вами. Надо это доесть, гоняться будет. Давай, за камерой доешь. Это легкое пиво. Кстати, чешское. Нашел тут. О! Мягенькое такое. О. Вот так, все. Вот так, да. И хлебушком. Вот так, вот, да. Ну. Кушайте с нами, решайте сами. Регенерироваться, реконструироваться, путешествовать, начинать жизнь с нуля.
Ну, вы понимаете сами. Или воплощаться. Или что? Или хана. Нет. Нет? Или карп. Пока. Пока, ребята.